Дамы и господа, представляю вашему вниманию новый жилой комплекс под названием «Новая Подгорная» от строительной компании «Выбор». Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Как вы уже поняли, я нахожусь в микрорайоне Подгорная. Это северный район. И хочу показать вам новый жилой комплекс, который будет включать в себя 5 17-этажных домов от строительной компании «Выбор». Ну, как обычно, немножко расскажу вам про локацию, про место расположения. С правой стороны от меня школа. Школа супер какая-то старинная, не пойми какого лохматого года, но с очень хорошим, крепким педагогическим составом. Садик. Садик относительно новый, вот он с правой стороны, 2019 года постройки. Новенький, красивенький, приятно вкусно пахнущий. Но еще без своей, скажем так, истории, в отличие от школы. А новый наш комплекс находится вот он, в шаговой доступности от школы и детского сада. Давайте выйдем туда вот на дорожку. Буду вам рассказывать, что тут у нас есть в шаговой доступности, помимо школы и детского сада. Ну, если мы говорим про северный район, то до торгово-развлекательного комплекса «Арены», к слову сказать, 4 километра. 7 километров от или до торгово-развлекательного комплекса «Град» по московской трассе, 6 километров до памятника Славы, 11 километров до центра, до площади Ленина, в частности, прямо-таки отсюда. Ну и мы сейчас подойдем с вами к стройке, я вам покажу улицу Антона Овсиенко, окружная. Так, вечная слава героям, павшим в боях за нашу родину в Великой Отечественной войне. Приятно, что вот такие памятники у нас есть, они сохранились. Я помню, я горжусь. Кто знает Подгорное, к сожалению, Подгорное асфальтом-то как раз-таки у нас не отличается. Асфальтированных улиц не так только уж много, да, в основном улицы это песок, песчаные дороги, скажем так. Здесь асфальт прямо-таки до нашего нового жилого комплекса. Сосна, тишина. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Далее, давайте пройдем, покажу вам. Здесь у нас два футбольных поля. Одно футбольное поле, ну, так скажем, обычное, любительское. Вон оно вот там. Проглядывает, выглядывает. И чуть подальше, вот рядом, соседнее здесь, уже такое более профессиональное футбольное поле. И у нас там детишки, кто занимается спортом, в частности футболом, в частности у моей сотрудницы сын полупрофессионально занимается футболом. Вот они частенько очень на этом поле играют. Частенько их сюда привозят. Вот он асфальт, про который я говорил. Он идет до нашего будущего жилого комплекса. Жилой комплекс будет включать в себя 5 домов, как сказал выше. Сетевые магазины обязательно зайдут. Про школу, детский сад сказал. Остановка. Остановка школа на Антоновсенко, 200 метров отсюда. Маршрутки 75-я, 305-я А. И остановка Ростов. Да-да, не удивляйтесь. Остановка Ростов. Здесь в Подгорном 700 метров. До нее маршрутка 49Б и 49М. Школа 46, а детский сад 91. Так, как уже сказал, у нас здесь будет 5 домов. Двух-трех подъездных. Ближайшие дома у нас сдаются в 2022 году. Третий квартал. Уже передача ключей. Сейчас попробуем с вами еще обойти вот с этой стороны, заглянуть, оценить, так сказать, масштаб трагедии. Но всего 5 домов, 17-этажных. Если помните, кто внимательно за нашим каналом следит, я вот буквально на днях заливал ролик
относительно сравнения новостроек и вторичной недвижимости. И я там как раз таки говорил про то, что вот эти новые кварталы, да, строятся в основном, в большинстве своем, в районах, где вообще ничего нет. Где людям приходится чем-то жертвовать, покупая недвижимость там, покупая квартиру себе там для жизни. Нужно понимать, да, что там школы, детсады и вообще вот эта вот вся инфраструктура района, там транспорт, да, это все будет, но не так уж и быстро, не так уж и скоро. То есть приходится чем-то жертвовать первое время. Соответственно, если мы говорим вот про этот жилой комплекс, школа, детский сад уже здесь есть. То есть комплекс начинает свое существование уже в районе с более-менее развитой инфраструктурой. С более-менее. Есть еще некоторые проблемы с транспортом, допустим. Вот я вам показываю улицу Антона Овсиенко. Она вплотную граничит с нашим будущим жилым комплексом. Вот она, Антона Овсиенко. Окружная. А вот тут, вот это вот все поле, будет занимать как раз-таки наш жилой комплекс из 5 домов. Вот тут у нас строится 2 дома и плюс еще 3 дома легко разместятся вот на этом поле. 2-3 подъезда, я думаю, что вполне себе места достаточно для того, чтобы вот на этом поле посадить грамотно, относительно грамотно, если мы говорим про наших нынешних современных застройщиков, относительно грамотно посадить 5 жилых 17-этажных домов. 2-3 подъезда, да, это не самый лучший пример выбора, если мы сейчас говорим про ботанический сад, где сколько там у нас, 17 подъездов в доме, да? 15 точно, 15 или 17, я уже забыл квартиры, теперь глазами крутятся. Здесь всего 2-3 подъезда, технология УБД. Что такое технология УБД? Если мы говорим про эту технологию, то посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот ссылочку прикреплю. Ролик про жилой комплекс Green Park. Я вообще очень много жилых комплексов снимал. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Всю информацию по новостройкам вы можете получать из наших роликов, с нашего канала. Вот, соответственно, я там про эту технологию УБД уже не раз рассказывал. Но если вкратце, строительная компания «Выбор» имеет свой завод в индустриальном парке «Масловский», где на заводе в специальных пресс-формах отливаются такие, знаете ли, готовые комнатки. И часто можно видеть, передвигаясь по городу, как едут большие-большие такие машины и везут вот эти вот комнатки, из которых впоследствии складывается жилой дом. Технология ОБД очень проста, скажем так, в строительстве, соответственно, позволяет построить и сдать в эксплуатацию полностью готовый 17-этажный жилой дом буквально за полгода. Полгода и дом готов. Полгода. И, пожалуйста, счастливые новоселы принимают свои замечательные квартирки. Квартиры будут сдаваться полностью с отделкой. Отделка чистовая, отделка сносная. По материалам отделки также я отсылаю вас к роликам на нашем канале. Смотрите любой ролик любого жилого комплекса от строительной компании «Выбор», где строилась у нас по технологии ОБД. Технология одна и та же, отделка одна и та же. Разве что, может быть, цвет обоев будет немножко отличаться. Если мы говорим про планировочное решение и про ценообразование, опять же отсылаю вас, настоятельно рекомендую посмотреть обзор жилого комплекса Green Park, потому что однокомнатные квартиры и трехкомнатные квартиры, планировочное решение, будут схожи с тем, что есть у нас в том жилом комплексе. То есть здесь в Новом Подгорном будут ровно такие же планировки однушек и трешек. Если мы говорим про однушки, это, если мы вспоминаем жилой комплекс Green Park, это однокомнатные квартиры всего двух типов, где комната поменьше, но есть такой вот холл, ниша такая в коридоре, и есть планировочное решение. Можно я, с вашего позволения, стану здесь под этой замечательной сосной, в тенечке, жарковато. И есть планировочное решение, где комната побольше, но отсутствует как таковой вот этот холл, то есть коридорчик такой небольшой. То есть здесь будут ровно такие же планировки. Два планировочных решения, как кому больше нравится. Если мы говорим про трехкомнатные квартиры, здесь трешки будут преобладать, 86 квадратных метров. Если в Green Park их два планировочных решения, по-моему, 76 и 86, здесь будет только 86 квадратных метров.
планировки вот здесь вот прикреплю, также посмотрите планировку трехкомнатной квартиры. Ну и давайте теперь разговаривать с вами про цены, смотреть на эти краны, работающие краны, и разговаривать про цены. Напоминаю, сдача первых двух домов у нас ожидается, передача ключей, третий квартал 2022 года. Время пройдет быстро, и вот здесь будут построены и сданы два первых жилых дома из этого жилого комплекса. Однушки, однокомнатные квартиры, ценник стартует от 2 557 000 рублей, 2 557 000 цена однокомнатной квартиры, сдача третий квартал 2022 года. Если мы говорим про двухкомнатные квартиры, двушка здесь сродни, планировка сродни двушки в жилом комплексе Green Park, 68 метров, но есть также еще, будут представлены двухкомнатные квартиры площадью 58 метров, в Green Park таких нет. И цена на двухкомнатные квартиры от 3 777 000 рублей. 3 777 000 цена трехкомнатной квартиры. Сдача, повторюсь, в третий квартал, передача ключей уже, да, третий квартал 2022 года. И трехкомнатная квартира 86 метров, 4 746 000 рублей. Выбор квартир, выбор планировок, выбор этажей еще присутствует. Поэтому, друзья, я действительно настоятельно рекомендую этот жилой комплекс. Ну, не потому, что мне нужно продавать. Конечно, мне нужно продавать. Это понятно, бизнес, ничего личного, да? Но на самом деле, вот мы сейчас ехали с моими сотрудницами, которые везли меня как раз-таки на обзор вот этого жилого комплекса. И мне одна сотрудница честно сказала, что если бы вот этот жилой комплекс начал строиться ранее, чем Green Park, она бы, конечно, рассмотрела квартиру вот здесь. Она бы купила квартиру вот здесь. Какие плюсы? Ну, про плюсы я вам уже, собственно говоря, сказал, да? Жилой комплекс Green Park, школы нет и вряд ли все-таки будет, вряд ли будет. Здесь старенькая, но есть. Детский сад есть в Green Park, его тоже нет. Инфраструктура района более-менее здесь уже развита. Северный район, город. И вот если мы говорим, опять же, давайте поверну еще раз камеру вам вот в том направлении, вот сразу за нашим жилым комплексом, вот там за забором видно, проходит трасса Антонова-Овсиенко, окружная. Так вот, если сделают съезд с окружной к этому жилому комплексу, то будет вообще бомба. Будет вообще бомба. То есть жилой комплекс вплотную у нас граничит с окружной. А что такое окружная? А окружная – это минимум потраченного времени на то, чтобы добраться до работы в центр, например, либо там в советский район нашего города, да куда угодно. Окружная есть окружная, да, минимум светофоров, максимум полос, насколько возможно, и максимально, насколько это возможно, нажать педальку газа, не нарушая, конечно же. В общем, действительно, комплекс на самом деле интересный. Кого этот жилой комплекс заинтересовал, повторюсь, выбор планировочных решений, выбор этажей, квартир еще есть, обращайтесь. Все контакты специалистов будут под этим видео. Пишите, звоните. Поможем выбрать вам наиболее интересную, удобную, хорошую квартиру с хорошими видовыми характеристиками, потому что это тоже немаловажно, да? Ищите новостройку. Только у нас самая актуальная информация по ценам и наличию квартир во всех жилых комплексах Воронежа. Бронируйте и покупайте квартиру по цене застройщика. Ссылка на сайт новостроек в описании. Да, друзья, я также напоминаю, что если этот жилой комплекс вас не заинтересовал, вы рассматриваете, может быть, другие районы города, напоминаю про сайт бронирования новостроек. Ссылочку на сайт я оставлю тоже здесь в описании. Подбор бронирования и покупка квартиры с нашего сайта бронирования новостроек, а там представлены практически все, ну, все ключевые застройщики нашего города, абсолютно бесплатно. То есть вы покупаете по цене застройщика, ничего не переплачивая. Заинтересовала какая-то квартира? Пишите, звоните, контакты специалисты указаны прямо-таки там, на главной странице сайта, либо заполняйте форму заявку, отправляйте нам, и наши специалисты с вами свяжутся в самое ближайшее время. Ох, вот здесь тенечки, хорошо, классно, здорово. Присмотритесь, действительно классный комплекс, мне действительно он очень и очень нравится. Плюсы, безусловно, есть, и их немало. Тем временем, вот там, на стадионе у нас
У нас начинается футбол. Наши юношеские детские сборные уже играют. Друзья, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Не пропустите. Будет много еще различных интересных обзоров и вторичной недвижимости, и новостроек. Ну, как-то жалко будет пропустить, да? Поэтому обязательно оформите подписку на наш канал, ставьте лайки, если видео вам было интересно и полезно. Пишите комментарии и до новых встреч. По покупке квартир в этом жилом комплексе также обращайтесь, все контакты есть под этим видео. Все, пока.